У нас сегодня день рождения генерального директора. Сейчас пойдем его поздравлять и награждать. Холл гостиницы оформлен вот такими вот корзинками. В Лаосе принято в таких корзинках продавать рис. А здесь они вот так вот стилизованы. Здесь можно компании поесть, перекусить. Сейчас вот повесили шарики. Красиво. На улице жара. Здесь так достаточно кондиционировано. Уже немножко украшен холл гостиницы. Здесь красиво все отделано деревом. Раньше здесь было все в таком колониальном стиле, но во время пандемии зачем-то переделали и стало более современно. Ну и как-то более дешево смотреться. Здесь пагоды, которые охраняют драконы. И от старой гостиницы остался кусок дерева старинного. Красиво так наполировано. То ли это акация, то ли фикус, но выглядит очень богато и красиво. Сейчас я издали покажу. В общем, люблю я этот кусок деревяшки. Еще здесь красиво сделана из дерева карта Лаоса. Из разных сортов дерева, которые растут на территории этой страны. Значит, такое интересное решение. О, наши фотографируются, пойду тоже. Раньше в холле стояли вот эти вот кресла и стол. А стол сделан из скорлупы яичной и залит лаком. Смотрится очень красиво и так стильно. Всяческие новогодние штучки продаются уже. Стоимость тортика 1 000 000. Еще за 1 000 000. А здесь мы вчера все эклеры съели. Вон остался только один. Одна упаковочка. Очень вкусно здесь. Все, естественно, по французским рецептам. Ждем авто. Сейчас будет важное мероприятие. Торжественное мероприятие прошло. Хочу опять подзагореть немножко, полежать, поваляться. Знаете, какие красивые лотосы. Такой необыкновенный цвет. Раньше здесь плавали еще золотые карпы, но почему-то убрали этот бассейн. Еще красиво сделаны такие листочки. Прикладывают листы под пресс. Получаются такие вот красивые плиточки. Дорожка из листочков. Мужская и женская сауна. Я, конечно, мужскую. Такое здесь небольшое помещение. Джакузи. Душ. Там девушка пошла уже в сауну. Неудобно снимать. Ну, а так... душевые, получается, сауна и хамам. Ну все, я собралась на гала-динер с причесочкой, с приглашением. Вызываем лифт. Ну как я вам? Ничего. Еще подрыгаюсь.
такая мисс морковь сегодня. Или апельсинка. Я еще не решила. У нас большое мероприятие. Выставка. Что все фактически собрались. Снимать, конечно, неудобно, но кое-что я попробую подснять. Сегодня выставляются уникальные работы Patchwork. Художница со всей России передает свои работы. И пользуется дикой популярностью во всем мире. Им большие галереи стоят в очереди, чтобы представить у себя их работы. Очень красиво. О, это вот вообще как ситцевое одеяло. Еще, конечно, уникальная работа. Все это сделано вручную. Работы могут делаться до года. Это все вот отдельные лоскутики сшиты. И получается вот такое очень красивое рукотворное панно. Вот женщина с рогами и корнями. Что-то это должно значить. Вот очень интересная, уникальная работа. Она, кажется, что ты можешь в нее войти и провалиться. Очень красиво. Русские березки. Следующая выставка у этого, не знаю, как его назвать, одеяло-покрывало картины Patchwork в Сингапуре. Ее уже ждут с нетерпением. Мы хотели ее купить, но нет. Художник имеет амбиции и хочет показать ее всему миру. Вот такие вот уникальные вещи. Ну и также представлены наши полупосадские платки. Тоже классическая такая раскладка а-ля Рус. Тоже натюрморт. Это вышивка или вышивка. Это ткань? Вышивка. Тоже вышита, да. Это большой зал накрыт для нас. Красиво украшено. Сцена. Гвоздики здесь не являются траурными цветами. Перейти границу реки.